Всем привет, ребят! Вы на канале Мэри Геймс. Сегодня мы с вами начинаем проходить новую игру. Она называется Teen Magic Love Story. Итак, первая глава. Мои сладкие 16 лет. Нам сразу предлагают ввести имя главной героини. Как же нам ее назвать? Ну, пусть будет Линда. Завтра Линда отмечает 16-летие. Она так радовалась своей вечеринке, подаркам и всему, что относилось к ее особенному дню. Она провела весь день в школе, болтая об этом со своей лучшей подругой Таей. Урок географии был последним на сегодня. Линда не могла дождаться конца урока, чтобы они с Таей могли пойти по магазинам. Ее мечтания о предстоящей вечеринке были прерваны мыслями о сне, который повторялся последние несколько ночей. Я совсем забыла про это. Самый странный сон, но он был таким реальным. Урок уже скоро заканчивался, но Линда не обращала на это внимания. Она даже не слышала, как Тая тихо, но настойчиво ее звала. Она очнулась только после того, как Тая позвала ее в третий раз. «Что с тобой такое, Линда?» «Что? Почему?» «Ты меня не слышала, а вот училка почти услышала». «Я просто задумалась». И хотя Тая была ее подругой с раннего детства, она не могла объяснить ей свою рассеянность. «Похоже, что ты задумалась чересчур. Раздумываешь о вечеринке?» «Я не уверена, что мне стоит упоминать про свой сон Тае. Она мне не поверит». «Ух, не совсем. Мне снится один и тот же сон в последние несколько ночей». «Один и тот же?» «Именно один в один. Но не важно». «Это важно. Ты бы его не упомянула, если бы это было не важно. Что тебе снилось?» Она не могла с уверенностью сказать, почему, но что-то останавливало ее от того, чтобы поделиться со своей подругой. Она решила не рассказывать ей про сон и придумала, что сказать вместо этого. «Ну, нечто тривиальное. Например, нам объявили неожиданный тест, а я не занималась. Что-то вроде этого». «Лучше, чтобы это был только сон. Я тоже не занималась уже несколько дней. Сперва вечеринка, учеба потом». «Раз мы о вечеринке, ты отправила приглашение всем, кому хотела?» «Да, наверное». «Тебе лучше написать еще одно приглашение. Я слышала, что новый ученик по обмену – настоящий симпатяга». «Ты всегда обо всем знаешь в таких делах». «Но кто-то же должен быть просвещенным!» В конце урока прозвенел звонок, а Линда опять утонула в своих мыслях. «Я чувствую себя виноватой, что не рассказала о своем сне Тае. Но интуиция говорит мне, что не стоит этого делать. Я знаю, что бывает, что один и тот же сон снится снова и снова, но этот сон кажется другим». «Я должна признаться, что очень прикольно иметь способности, которыми я обладаю во сне. Двигать предметы мыслями и тому подобное». Линда не хотела признавать, что какая-то угроза была в ее сне. Как будто невидимая угроза ожидала ее за углом. «Посмотри на меня. Завтра мой 16-й день рождения, а меня беспокоит какой-то сон». «Эй, не витай в облаках, иначе странный Костя получит конкуренцию». «Не называй его так, это нехорошо». «Это не я придумала ему прозвище. К тому же он оправдывает имя. Посмотри на него, сидит за партой и смотрит на экран телефона. Он, наверное, пишет новую статью о тайнах для своего блога».
А почему бы ему и не писать, если это его страсть? Ты же не стала экспертом по тайнам в один момент, а? Нет, просто пару раз я... Что ты делала пару раз? Ну, я разговаривала с ним про... Я просто разговаривала с ним. Тебе лучше не говорить то, что я подозреваю, ты собираешься сказать. Ты сразу бросаешься делать выводы. Я просто говорю, что Костя порядочный парень. Порядочный или симпатичный? А что, если он и тот, и другой? Только не говори мне, что ты его тоже пригласила. Пока подруги разговаривали возле двери, Костя поднялся со стула и направился к ним. Линда увидела, как Костя ей улыбнулся. Линда нерешительно застыла, не зная, приглашать ли Костю на вечеринку. Почему нет, пригласи. Привет, Костя. Слушай, у меня завтра будет вечеринка в честь дня рождения. Если у тебя нет планов... Тая и Костя оба были поражены, когда Линда произнесла свой вопрос. Если я правильно тебя понял, ты меня приглашаешь на свой день рождения? Да-да, вот приглашение. Тебе стоило быть более таинственной. Костя любит больше мистерии. Не воспринимай ее серьезно. Ты же знаешь, она любит прикалываться над всеми в школе. Да, но почему она это делает, все еще остается загадкой. Ты полностью прав. Увидимся завтра тогда. Скорее всего. Пока. Итак, Костя опять оправдал свое прозвище. Что ты имеешь в виду? Эта ситуация была достаточно странной. Вечеринка будет странной, если я не куплю все, что нужно. Нам лучше поторопиться в торговый центр. Линда была в хорошем настроении. Наконец-то сон, о котором она постоянно думала, стал просто обычным сном. Линда и Тая гуляли по торговому центру в толпе. Уф, я не уверена, что мы сможем купить все, что запланировали. Конечно, можем. Что с тобой такое? Ты нервничаешь весь день. Не о чем волноваться. Это будет отличная вечеринка. Пусть это будет просто хорошая вечеринка, и все будет в порядке. Но это уже будет запоминающаяся вечеринка, раз ты пригласила Костю. Опять ты начинаешь. Что на тебя нашло? Ничего, я просто шучу. Но я подозревала, что ты его пригласишь, но... Но... Я должна признать, что есть некоторые сходства. В чем точно? Ну, ты, Костя, ты тоже можешь отключаться, и ты тоже любишь странные вещи. Какие странные вещи? Ты говоришь, что никогда не читала его блог. Ну, допустим, читала. Конечно, я читала. Раз или два. Я любопытный человек. Именно об этом я тебе и говорю. Вы оба очень любопытные. Как будто всех школьных книг вам недостаточно. С каких пор плохо быть любопытной? Я не сказала, что это плохо. Но давай забудем об этом. Вот в этом магазине самая лучшая косметика. Вот это я понимаю. Подруги начали рассматривать все полки с косметикой. Линда скоро нашла полку с нужной ей косметикой. С облегчением и улыбкой Линда подошла к полке, но в тот же момент, прежде чем она коснулась, полка неожиданно пошатнулась и все упало вниз. Линда не могла остановить это. Полка упала, и косметика была разбросана всюду. О, Господи, как это случилось? Я ее даже не тронула. Продавщицы начали собирать косметику с пола.
Что случилось? Я не знаю. Я хотела взять кое-что с полки, но... Я не знаю. Она пошатнулась и упала. Может быть, ты ее задела случайно? Ну нет, я точно ее не задевала. Я ее даже не коснулась. Ты уверена? Я бы знала. Просто моя удача. Успокойся, ничего не сломано. Я прямо такая неуклюжая сегодня. Вероятно, я все-таки ее задела. Рукавом или ногой. Я до сих пор уверена, что я даже ее не задевала. Но полки не падают сами по себе. Почему я соврала Тае, что я не уверена, задела ли я полку? Линда поговорила с продавщицами, и они ее убедили, что ничего не сломано, и ей не придется ни за что платить. Вот видишь, случается иногда такое со всеми. Да, но почему я чувствую, что со мной это случается гораздо чаще? Давай найдем для меня украшение. Помнишь ту подвеску из брошюры, которую я тебе показывала? Конечно. Я хочу найти такую же подвеску. Пойдем в магазин через дорогу. Ты знаешь что? Давай посмотрим в магазине на первом этаже. Почему? А откуда такая идея? Линда смутилась. Она не знала, что ей ответить подруге. Она понятия не имела, почему она это предложила. Я вроде видела похожие украшения на витрине, когда проходила когда-то. Так ты была в торговом центре без меня? Я не ходила по магазинам. Я забежала за чем-то, и все. Хорошо, верю. Но давай найдем эту подвеску уже. После какого-то времени подруги вышли из магазина. Тая просто сияла от своей покупки. Ты очень наблюдательная, Линда. Кто бы мог знать, что у них есть точно такая же подвеска, которую я искала? Я просто сказала, что вроде бы видела. И, наверное, тебе просто повезло. Линда улыбнулась радостно своей подруге, а потом опять ушла в себя. Правда в том, что она никогда не видела магазин, где они нашли подвеску. Она никак не могла понять, как она об этом узнала. Она обманула подругу, как будто ее кто-то заставил. Линда должна была сделать много дел дома. Однако знакомая обстановка напомнила о снах прошлой ночи. У меня были странные сны и раньше, но они никогда не влияли на меня так. Я каким-то образом знала, что как только закрою глаза, то мне приснится тот же сон. Наверное, это из-за стресса по поводу дня рождения и школьных экзаменов. Слишком много для меня. Хотя она и не могла убедить себя, что сон – это только случайность, она была уверена, что приготовления ее немного отвлекут. А потом на ночной тумбочке она заметила маленькую коробочку, завернутую как подарок. Что это может быть? Я уже получила подарок от родителей. Она взяла коробочку и увидела карточку. На ней было написано «С днем рождения!» По скриптум. Открой подарок в полночь. Нет подписи. Это, наверное, шутка. Только чья? Мне нужно выяснить, как она здесь взялась. Ответ ее родителей не удовлетворил ее любопытство. Она только узнала, что подарок пришел по почте. Тот, кто отправил этот подарок, даже потрудился его упаковать. Может, имя написано на коробочке? Хотя я думаю, что знаю, кто стоит за этим. Линда взяла телефон и позвонила Тае. Приветик. Здорово. Ну что? Я хочу задать тебе тот же вопрос. Стоит ли мне открыть сейчас или все же подождать до полночи? Я ничего не поняла. Что открыть? О чем ты вообще говоришь?
Я не уверена, прикалывается ли Тая, или она на полном серьезе. Если это не ты, то кто тогда? Кто бы это мог быть? О чем ты говоришь? Про подарок, который я нашла в своей комнате, когда вернулась домой. Мама сказала, что его принес почтальон. Ну а почему бы я отправила подарок по почте? Погоди минутку. Так ты говоришь, что ты уже получила подарок? И если я правильно понимаю, то от тайного обожателя? Линда теперь была уверена в том, что Тая действительно ничего не знала про подарок, который она нашла. Поклонник или кто бы это ни был, не подписался. Так что ты получила? Расскажи уже. Я до сих пор не знаю. Ты его еще не открыла? Давай уже, чего ты ждешь? На открытке написано, что я должна открыть ее в полночь. И ты действительно собираешься ждать до полночи? Наверное. Ты совсем с ума сошла? Я бы не могла ждать ни секунды. Тогда позвони мне в полночь и расскажи мне, что ты получила. Ладно, договорились. И хотя она сказала Тае, что она будет ждать полночи, Линда знала, что будет очень тяжело быть терпеливой несколько часов. Подожди до полночи. Линда решила победить свою любопытность. Она подождет до полночи. Она продолжила убираться в комнате, посматривая на подарок, думая о том, как все странно. Сны, приглашение Кости, а теперь и подарок. Линда быстро порвала обертку. То, что она увидела в коробочке, оставило ее в недоумении. Очень необычный браслет заблестел в коробочке. Не могу поверить в это. Как красиво! Кто бы мог отправить мне что-то подобное? Линда перевернула браслет, чтобы посмотреть выгравированный бренд, но ничего не увидела. Как необычно! Браслет выглядел новым, но если посмотреть ближе, то можно было увидеть, что кто-то его носил. Линда опять посмотрела в коробочке, надеясь найти подпись от отправителя, но безуспешно. Кто бы это ни был, все равно когда-нибудь сообщит мне. Никто не отправляет такой подарок просто чтобы приколоться. Я точно запомню этот день рождения. Раздумывая об этом, Линда надела браслет на руку и застегнула его. В этот же момент сцены из ее снов стали реальными прямо у нее на глазах, так что Линда, испугавшись, укуталась на кровати. В ее видении она еще раз увидела незнакомые лица, слышала зовущий ее голос и почувствовала большую опасность, окружавшую ее. Она хотела позвать маму, которая была внизу, но у нее не было голоса. Она осознала, что ей не хватает воздуха, и через секунду потеряла сознание. На следующее утро Линда еле-еле открыла глаза. Сперва она не могла вспомнить, что случилось прошлой ночью. Тогда она взглянула на браслет на своей руке. Да, я открыла подарок и до сих пор не знаю, от кого он. Но что же потом случилось? Я уснула или потеряла сознание? Наверное, было достаточно возбуждения для одного дня. Линда не хотела признавать себе, что слишком много странных вещей произошло за последние несколько дней. Она старалась не думать о своем видении, хотя она знала, что это был не просто сон. У меня будет достаточно времени подумать об этом позже. Сейчас не время, школа не ждет, и приготовление к вечеринке тоже. Что мне выбрать? Готово. Какую прическу подобрать к этой одежде? Так нормально. Мне лучше оставить браслет дома. Я могу его потерять где-нибудь.
Какая я рассеянная в последнее время. А тут ее ожидал еще один сюрприз. Линда не могла снять браслет с руки. Ничего не понимаю. Как будто на нем не было застежки. Даже после нескольких попыток, Линда все-таки не смогла снять браслет с руки. Вот и загадка для Костиного блога. Придется и это отложить. Я опоздаю в школу. Все еще в растерянности, Линда быстро собралась и выбежала из дома. Как только Линда вошла в класс, Тая уже была наготове с расспросами. После обниманий и поздравлений Линда знала, что ее ждет. «Ну так что, именинница? Почему ты не отвечаешь на сообщение?» «Сообщение? Я даже не видела, что ты что-то писала. Я даже несколько сообщений отправила прошлой ночью. А ты совсем забыла мне написать про подарок? Что случилось?» Линда вспомнила про свое обещание, но она не была уверена, что может объяснить, что с ней произошло после того, как она открыла подарок. Просто покажи подарок. Просто посмотри на подарок, который я получила. Что? Вот это? Тебе подарили этот красивый браслет? Но, а ты узнала? Нет, не узнала. Пока нет. Я надеюсь, что все прояснится сегодня в школе или на вечеринке. Такие подарки не получают каждый день. Я такого браслета еще никогда не видела. Точно. Посмотри повнимательнее, и ты увидишь маленькие выгравированные символы. Я их только утром увидела. У меня опять то же самое чувство, как будто что-то останавливает меня от того, чтобы рассказать все произошедшее Тае. А могу я померить? Что? В смысле что? Браслет, конечно. Ох, мне нужно как-то из этого выбраться. Я бы дала тебе с радостью, но я никак не могу его снять. Только не говори мне, что ты успела его сломать. Ну нет, просто... Я не знаю, как его снять. А могу я попробовать? Давай попробуем позже. Даже если у тебя получится, думаю, что только мне стоит носить его сегодня. Ты знаешь, хотя бы для моего поклонника. Хорошо, хоть ты наконец призналась. Я бы хотела быть такой же беззаботной, как и Тая, но я просто не могу. Я бы не удивилась, если бы подарок отправил парень из нашего класса. Как ты думаешь, кто это? Костя, конечно. Похоже на то, что он может найти в антикварном магазине. Да, ему удалось найти браслет в тот же день, когда я его пригласила, и сразу же его отправить по почте. Должна признать, что это с треском разбило мою теорию про Костю в качестве твоего тайного обожателя. Говоря о парнях, посмотри на парня, про которого я тебе говорила в тот раз. Похоже, что он уже познакомился с некоторыми девочками из нашего класса. Не теми девочками, очевидно. Линда посмотрела на парня, на которого Тая показала. Его лицо казалось ей знакомым, но и новым одновременно. Наверное, Костику придется встать в очередь. Новый парень? Вроде его зовут Даниэл. Он тебе приглянулся? Нет, в смысле да. Вообще-то он мне почему-то выглядит знакомым. Он не только выглядит знакомым, но и таким симпатичным. Сейчас мы это поправим. Когда вы познакомитесь, вы точно будете считаться знакомыми. Линда даже не смогла сопротивляться, когда Тая схватила ее за руку и направилась к Даниэлу. Что ты делаешь?
Надеюсь, что у тебя есть наготове еще одно приглашение. Тая улыбнулась Даниэлу, и они обе перегородили ему дорогу. Привет! Мы теперь одноклассники и решили тебя поприветствовать. Очень мило с вашей стороны. Меня зовут Даниэл. А меня Тая, а это Линда. Я... приятно познакомиться с тобой. У нее сегодня день рождения. Правда? Ну тогда с днем рождения тебя, Линда. Вы немного застали меня врасплох. У меня нет времени подарить тебе что-нибудь. На секунду Линда потерялась в его глазах, но быстро вышла из этого состояния. Не слушай Таю, мы просто пришли познакомиться. День рождения не так важен. Кроме того момента, что есть вечеринка. Опять Тая со своей болтливостью. Что теперь делать? Что-что, пригласить Даниэла. Тая не умеет разделять день рождения от вечеринки. Ха-ха, если быть честным, то в этом есть правда. Может, немного. Линда ощутила толчок от Таи. Вечеринка будет сегодня вечером у меня дома, поэтому, если ты свободен, вот для тебя приглашение. Спасибо. Первая вечеринка в моей новой школе. Ух, надеюсь, что я найду достойный подарок. Ты не оставила мне много времени. Правда, не стоит беспокоиться за подарок. И хотя она выглядела спокойной, Линда почувствовала состояние дежавю. Как будто этот разговор уже состоялся раньше. Увидимся вечером. Адрес есть на приглашении, да? Да, увидимся. Что с тобой? Почему ты была такой нервной? Что ты имеешь в виду, почему? Мы его совсем не знаем. Даже ты его не знаешь. А ты хочешь его узнать? Ну, почему бы и нет? В смысле... Знаешь что? Это именно то, что я имею в виду. Он даже симпатичнее, когда ты с ним разговариваешь. Линда улыбнулась и решила оставить сны и странную ночь за собой. Позже вечером Линда со всеми веселилась в доме. Знакомые лица, отличная музыка и подарки заставили ее забыть о снах и видениях. Мои сладкие 16 лет. Мне надо сфоткать этот момент. Привет. Костя стоит в углу комнаты. Я не помню, когда я его видела в последний раз на вечеринке. Плюс он в хорошем настроении. Да. Мы привыкли видеть его только в школе. Если бы я не знала тебя лучше, я бы сказала, что ты смотришь в его направлении слишком часто и с необычным выражением лица. Должна признать, что слово «необычный» не является моим самым любимым. Что он тебе подарил? Я все еще не знаю. Я попозже открою. А что тебе подарил Даниэл? Ты действительно хочешь знать это? Или пришел ли он вообще? Про все. Он еще не появился. Может быть, он вообще не придет. Кто знает. Спорим, что он придет? Хотя Линда была на вечеринке, она постоянно трогала свой браслет, сама того не подозревая. Неожиданно она это заметила. Она не хотела говорить это Тае, но она начала беспокоиться, почему до сих пор отправитель не объявился. Витая в своих мыслях, Линда не заметила Даниэла, подошедшего к ней. Отличная вечеринка. Спасибо за приглашение. Привет, Даниэл. Спасибо. И спасибо, что пришел. Как можно не прийти? Вот для тебя подарок. Надеюсь, что я сделал правильный выбор. Ты удивлена, что я пришел? Ну,
нет, я же тебя пригласила. Почему я должна удивляться? Я не удивлена. Чему тут удивляться? Потому что я здесь новый. Нет, ты отлично вписался. Но мы были слишком настойчивыми в школе. Особенно Тая. Было немного настойчиво, но и симпатично одновременно. Линда широко улыбнулась на эти слова. Я в долгу у Таи из-за сегодняшнего. Ее самоуверенность послужила чему-то хорошему. Вечеринка гораздо прикольнее с Даниэлом. Спасибо тебе за подарок. Я его открою после вечеринки. Я не могу не заметить, что ты постоянно трогаешь браслет на руке. Это подарок или ты к нему еще не привыкла? Можно и так сказать. В комнате, наверное, было тепло, но Линда почувствовала волну тепла вокруг нее. А потом она поняла, что тепло исходило из ее руки. Что происходит? Браслет. Он становится все горячее. Ты в порядке? Ты как будто растерялась. Да, я в порядке. Я немного устала, вот и все. Извини, я отойду. Линда побежала в ванную, оглядывая комнату в поисках Таи. Браслет становился все горячее, и Линда видела, что начинал светиться сильнее. Я не могу поверить, что это происходит. Как мне его снять? Неожиданно, как будто жар от браслета перенесся на ее тело, она просто застыла. Как это все остановить? Она закрыла глаза на секунду, и этого было достаточно, чтобы остановить жар. Когда она опять закрыла глаза, ее ожидала сцена гораздо невероятнее, чем ее браслет. Никто в комнате не двигался. Никто, кроме нее. Все остановилось, застыло в один момент. Ну вот и все, ребят, на этом глава заканчивается. Скоро я сделаю продолжение, надеюсь, что эта игра вам понравится. Кстати, она очень похожа на игру Love and Lies, помните такую? У нее абсолютно такая же рисовка персонажей, да и в принципе, даже локации некоторые такие же, немножко переделанные. Ну ладно, ребят, я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и всем пока!